Ребят, еще немножко видео из отеля Voyage Belek. Вот что мне нравится в этом отеле, что в 2019 году его построили абсолютно с нуля, и он разительно отличается от других отелей в Турции своим современным дизайном. Вот. И несмотря на то, что отель фактически был построен с нуля, очень зеленая территория. То есть, вот непонятно на самом деле, как было достигнуто такого. Обычно те отели, которые новые, строятся, да, заново, у них всегда лысая территория. А вот здесь такое вот соединение, и отлично получилось у них скомпоновать и отреставрировать полностью отель, да, и оставить ту зеленую территорию в Белеке, которая была у отеля получена не за один год. Но вот еще несколько моментов по отелю Voyage Belek. То есть отель состоит из нескольких зданий. Вот эти два — это основной корпус. За основным корпусом идет блок А и блок Б. Вот те номера, которые стандартные идут категории, они идут дальше всего от моря в корпусе блока Б. Вот, с одной стороны, конечно, те номера, которые находятся дальше от моря, есть свой минус, потому что нужно дальше идти к морю. Но с другой стороны, конечно, там просто эти корпуса просто утопают в зелени, в хвойном лесу. Вот, поэтому тут достаточно спорный момент, где лучше брать номер — в основном корпусе или все-таки в корпусе А или Б. А вот, ну тут уже надо ориентироваться на то, летите вы с детьми или же без детей. Вот такая вот особенность еще есть. Обзор рум-тур номера Family Voyage Belek. Номер, который расположен в корпусе А, состоит из двух частей. Первая часть номера — это зона для детей, у которой есть своя отдельная ванная комната. Вторая часть — это сама спальня родителей. В номере очень много зеркал. Кроме того, в номере есть еще отдельно гардеробная и вторая ванная комната. Номер выполнен в светлых тонах. Достаточно современный, новый дизайн. Это номера после того, как была проведена полная реновация отеля в 2019 году. Эти номера в корпусе А расположены, они есть как с видом на море, как этот номер, да, так и без вида на море. Family и стандарты, которые расположены в корпусе Б, они без вида на море. Но в любом случае с видом на сосновый лес, который окружает весь отель. Мы с вами находимся в отеле Voyage Belek, и впервые я увидел вот такую вот интересную ситуацию. Для тех туристов, которые путешествуют с поздним вылетом, допустим, домой, да, там в Харьков либо Киев, очень часто возникает вопрос, что вы выезжаете из номера в 12 часов, и у вас рейс, допустим, в 8 либо в 9 вечера, и нету возможности принять душ и переодеться. В премиальных отелях, таких как Voyage Belek, есть специальная часть отеля с названием Comfort Zone. В этой части находятся душевые кабины. Вот. Здесь вы можете принять душ, искупаться, привести себя в порядок. И после этого вы можете, в принципе, определенное время провести в такой вот лаунж-зоне. Здесь есть кофемашина. В принципе, вы можете покушать и на территории отеля, потому что никто не снимает с вас браслеты. Но если хотите, вы можете остаться здесь, что очень, в принципе, комфортно. Я, честно говоря, до этого никогда не сталкивался с такой ситуацией. Так, ну и, конечно же, бассейны. Основной бассейн, который находится прямо перед Main Building, огромный бассейн. Второй бассейн, а только для взрослых, Adults Only, находится за дорожкой и сразу же после бассейна.
идет сам пляж. На пляже есть несколько баров, снэк-баров и, конечно же, бар. Just love.